Привет, с вами Коперник. Продолжая наш поход в игре под названием The Solus Project. Всех вас с наступающим Новым Годом. Перекресток дорог. Прошедшим Рождеством, католическим, естественно, христианское еще будет. Так, что мы имеем? Нечто разбитое, какой-то сигнал. Давайте посмотрим, что здесь. Да, я понял. Смотреть место падения спасательной капсулы. Никогда в жизни не чувствовал себя так одиноко. Я продолжаю бродить по этому странному острову и спрашивать себя, не должен ли я попробовать поискать остальных. Они заслужат какого-нибудь памятника. Это я уже где-то читал. Так, стоп, я же здесь уже был. Так. Ну. И вот здесь вот мы какую-то бабуйню нашли. Что, мне типа назад откинуло? Здесь все сожрано. Тумашня на палке. Так, а почему мне интересно это откинуло? Вот что. Вот что увлекательно. Я же вроде сохранялся. Странно, но ладно. Так, электроника. Электроника, меч. Окей. Так. Да есть ее хочу. Так. Отлично. По воде все нормально, по всему все нормально. Сухпайок, да, очень нужная вещь. Очень-очень нужная вещь. Так, ну еды здесь воды навалом, всего навалом. Почему же? Нахрен этот камень. Ой. Лучше сухпайок взять лишний раз, дам. Так. В приседе. Прекрасно. Где мой фонарь? Так, еще есть целебное средство. Ну ладно, ладно. Ключ. Стойкость климат голубь зожню плюс 1%. Да. О, машня. Так. Мы же вроде доходили до той самой точки и вроде там даже спать легли. Странно, ну ладно. Стойкость и безвожню перегрев. Так. Не помню, здесь мы были, не были. В днях рождения змеи металла пульсирующий сил труб. Серебра, но тепло. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Все это херня. Так. А где точка? Здесь очень легко потерять эту точку. Какой-то обдристанный Стоунхендж. Это еще одна капсула. Интересно, интересно. Интересно посмотреть, что там у нас. Промокание, вода. Установлено соединение. Это мы уже слышали. Так, Б, сонда. Давайте 2 часика поспим, заодно игра сохранится. Глизе, ла-ла-ла-ла-ла-ла, это вы? Да хватит трещать. Last month. Human race needs you.
Да ладно. Это мельница такая, да? Знаете, что мне это напомнило? Клип Gorillaz, да. Feel Good и El Mañana, который... Так. По температуре у нас не так все круто. Вторая луна. Ну да. Три, шесть, семь по температуре. Так. То есть здесь была даже довольно-таки очень сильно развитая раса, ну или... маяки. Маяки. А там мы уже были, по-моему, да? Ну-ка, погреемся чутка. Прекрасно. Ну, горит потихонечку, ну и... Нормально. Обезвоживание 0%, температура падает. Так, 36,6 у нас температура. Странно. 36,7, ладно, достаточно. После 34 вроде как будет уже... конкретное охлаждение. Новая задача назначена. Так, что куда? Туда. Да, древние постройки видно. Здесь был какой-то дом. Прямо чувствуется там. Этот простор, прохладный воздух. Так. Значит, вот такие черты Гани, да? Были тут. Так, по воде что у нас? Все плохо. Или все хорошо. Посмотрим. Опа. Воу. Полегче. Опять метеоритный дождь. Да? Ну окей. Так, да. Мы же в прошлый раз закончили какая-то там пещера. Какая-то то ли нора, то ли дыра, то ли гора какая-то. Какая-то целительница, херительница. Странно. Ну да, я там и заснул. Поблизости. Это мочалка для высыхания. Так, здесь ничего нет. Вот это плохо, то, что меня откинуло назад. Очень-очень плохо, минус 6,3, блин. А, зараза, засада. Три, шесть, один. После 35,4, 35,5 мне начнется, и все плохо будет. Хотя, глянь-ка, уже рассветает. А, нет, это северное сияние. Да, кстати, оно примерно такое в жизни есть. Могу это говно поджечь, чтобы оно больше не играло, не воняло. Так. Деталь башни. А.
Что? А, точка назначения новая. Так. Странно, вот вроде же вот в каждой такую точку сохранения, по-моему, игра должна тоже сохраняться. Окей. То есть опять сейчас нужно будет запрыгнуть внутрь туда, да? Дабы забрать какую-то реликвию артефактовскую. Вот они такие. Якобы псевдобоги. Такие они были у них. Чем-то индийских напоминает. У них похожие были божества. Это Крин. Как Трин? Лень читать. Так. Так. Там мы были. Шикарно. Просто прекрасно. Ну, я бы, конечно, не стал бы эту жижу есть, но что уж поделать. Еще один меч. Еще шикарно. Еда. Вода. Плюс 2 размера инвентаря. Круто, слушай. Это очень-очень даже круто. Оп-оп. Сразу прям едой забили. Хотя стоило бы водой, конечно. Так, сохранялочка. Ну. Может быть, тут если очень долго не играешь... Хулахуп типа крутил. Молодец. Так. Где вот бутылка из-под воды? Меч. Монерли 6, монерли 0. Окей. Оп, сразу крышка появилась откуда-то. Ну и ладно. Все прекрасно, все отлично. Все в порядке, все нормально. Тара-тара-тара-тай. Еще какая-то жратва. Какие-то шестерни. Так. Все? Типа где-то что-то открылось. Пу-пу-пу-пу. Я вот Туку первый, просветленный свидетель его божественной силы, посланники небесные благословили нас спасением и жизнью. Ух ты ж ядрен, калачон. Звезды, что ли, все засосал? Говно. Или сейчас метеоритный дождь будет? Нездоровая херня, ну ладно. Адарсум стоял здесь и изгнал пришедшее с небес зло своей великой магией. Магия оберегала нас от зловещего космоса. О как! Это не магия оберегала вас от зловещего космоса. Это называется озоновый слой. Так. Угу. Я понял, я знаю, что ты там. Сейчас мы до тебя сходим, но сначала заберем здесь какую-то бабыню мигающую. Если это помечено, значит это для чего-то нужно. Угу, так. Стоп. Что это? Вода?
Масло горит вечно редкий. Так. Деталь башни. Установлена 0 из 17. Объединение. Что это у нас? Провод. Кабель для лазания. Да ладно. Вот это я удачно зашел. Вот это я офигенно удачно зашел. Не, ну конечно, да. Очень красиво все сделано. Ничего не скажешь. Ну давай, беги, 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 пацан, беги, беги. Так, этот кабель, в смысле, кристалл светит, температура 0,0, влажность 0,0. Просто светит и все, да? Ну, ладно. Так, карданный вал. Это дерьмище. Так, плата. Раз, электроника. 6 штучек, раз. О, каждую так устанавливать вручную. Сколько еще? Так, нужен еще источник питания и много-много-много диких обезьян. Я скучаю по тебе, Мария, но я больше не смогу позвонить. Мы больше никогда не увидим друг друга. Я часто снова и снова смотрю по вечерам записи наших старых звонков, и мне так грустно, что я будто замерзаю изнутри. Замерзаю намертво и больше не хочу двигаться. Так, а где здесь ракета? Где-то шлепнулась недалеко. То есть были еще и звероподобные боги или какие-то животные. Досель неизвестно. Древний кабель. Это оптика, интернет. Скорее всего. Так, сухпайки. Это что? Боёк кувалды, не хватает руки, я тебе нужна труба. Кстати, хрена нам кувалда, это обдристванная. Так, знаешь что? Красный свет, это очень хорошая вещь, конечно, но... Мне он не нужен. Так, что у нас еще есть? Странная еда. Это говно лечебное. 25, ну, пригодится на всякий случай, в принципе. Так, маяки, маяки. Вот это тогда ладно. Вот такой чпок. Пушу их паёк. Намного более интересная вещь. Намного более интересная вещь. Так, это оптоволокно до усыпальницы, до какого-то петуха. Да ладно тебе. Уже? Опч. Бэ. Так. 33-30. Так. Это что у нас за бабуйня? Опять этот пес странного вида. Офигенно красиво это сделано все. Или это были глюки? Это были глюки. Я думал, что это было какое-то... А нет. Просто преломление от горячего воздуха, видимо. Странно. Ну ладно. Ничего страшного. Так, я хочу... Что я хочу в руки взять? С кабелем буду ходить. Нет. С телепортатором. Пере-пе-пере-пеум. Пере-пе-пере-пеум.
Сейчас пойдем туда, посмотрим, что там есть. Угу. Ключ. Лечилки. Лечилки. Губка для высыхания быстрого. Еще еда. Так, стоп, мы же на эту бабуню вроде нажимали. Ах, вот как. Что это за говно, блядь? Что она делает? Типа сигнальный луч какой-то. Хм, странно. Очень странно. Ну ладно. Хм. Еще было понятно, куда идти. Куда идти-то сейчас? Точка, точка, точка. Где следующая? Ты что-то пиликаешь и затрепало, честное слово. Типа мне это говня же надо собрать. Так, там что-то есть тоже. Где была мигалка? Где мигала мигалка? Где-то какашка была. Где она горела? Да еб... Жри давай. Боже мой. Ну. Ёб твою медь. О, ни хрена себе, точка назначения внезапная. Угу. Сейчас посмотрим на древнего засранца, небось, сидит там целыми днями в Counter-Strike свой рубится, да? Так, здесь мы тоже какую-то хрень забирали, насколько я помню, да? Где-то здесь. Угу, помню, помню. Ну где-то сигнальная, вот она там. Да я... Так. Говно. Эч? Угу. Опа. Так. Отлично. Так, реликвия, стойкость к обезвоживанию, хавочка, щит Довакина и... Опа! Так, лечилку, лечилку нужна? Нет, не нужна лечилка, я уже не помню. А, калории падают, вода падает, все хреново. Перк какой-то, перк. Херерк, перекресток дорог. Так, погнали. Здесь холодно. То есть он холодит этот кристалл. Так, понято. Ладно, погнали. Давай, машня на палке. Тьку, побежал по лестнице вниз, офигенно.
Так, сохранялочка. Опа. Звуки, крылья, крылья, звуки какие-то. Еще такая хрень, короче. Просветленные 3 из 3. Типа 3 посла. Где-то это слышал. Просветленные есть троица, что следует священному свету посланников небесных, в отличие от восставших еретиков, что были покинуты. Да, не любили еретиков. Никогда особо не любили. 2 таких кристалла мне нахрен не нужен. Один. Так вот. Так, то есть здесь что-то может лежать, да? Давай. Да, еретиков никогда особо не долюбливали. Так. Куда идти-то дальше? Пора заточить сухпаёк. Что ж поделать, что ж поделать. Так, точка назначения туда. Туда не пройти. По этому кабелю. Сломать нужен инструмент. 8 ударов осталось. Так, значит, я должен дойти до ракеты, найти эту ручку. И сломать эту дристанину, да, чем-то, наверное, кувалдой. Что ж поделать, погнали. А быстрей, пёс. Так, ладно. Где ракета? Еще мне нужна будет палка. О двух концах. Только не совсем понимаю, что будет, если я это говно соберу. Сколько осталось? Еще половина. А куда идти, я уже не знаю. Так, ракета. То есть она упала по скрипту. То есть сейчас мне нужно найти палку. Палку-говнялку. А, вот она, палка. С этим говном, значит, ее скрещиваем. Получается кувалда. Оп, оп, оп. Я понял. Пошли, значит, кувалды размахивать. Ты пес вообще страшный. Пиперка, нет, ты хвостик. Так. Сюды, сюды. То есть я боюсь, что кувалда нам будет пригождаться еще очень много раз. Да и раньше, в принципе, в самом начале можно было и что-то разбить, но кувалда у меня, к сожалению, тогда не было. Давай быстрей. Псиный пес. Так, может быть, еще раз сохраниться? Ну да. Как он тут вниз пополз? Говно. Так. Значит, так, 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 так. 32-30. Ага. Давай-ка. Да. Почему нельзя просто, блядь, взять кувалду и просто пару раз всадить ей? Можно? Не? А, вот так. Оп. Что ж так все через жопу-то? Эть. Почему все вот так вот как-то ломается? В хрен пойми, каком порядке, а не по-нормальному, по-человечески. Да, башка у тебя, конечно, модная. Где-то я такие уже видел. Ой. Что это, что это, что это? Что-то откуда-то полетело. Что, ебан? А, вершины колебаний. Там Вер Ебан был написано изначально.
Истоки света. Я у Туку видел, как великий Дарсум сидел верхом на земле, словно это была лошадь. Он говорил с ветром, и ветер говорил с ним. Ветер заставил идти горы. Спать хочется ему, да? Я вот тук увидел, как Дарсум взял молнию своей божественной дланью. Реки могущества заструились из пальцев его и потекли по земле. Видел. Кто? Так. Горящий, говорящий, петушащий факел, значит, наш. 37, нормально. Дайте область. 13 секретов осталось найти. 0 деталей башни. 13 секретов осталось найти. Все детали башни, то есть, нашел, да? Ладно. Ладно, ладно. Так. Что у нас 1 час до сна остался? Это печально. Так. Паутинки. Коридоры тьмы. Да. Это надо. Это надо. Это обязательно надо. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, стой, подожди. Давай-ка. Лучше здесь поспать надо, да? Поскольку пофигу, в принципе, 10 часов, я думаю, можно храпануть. Вот бы я так всегда засыпал. Так, ну так что, будильник, оп-оп-оп-оп-оп-оп, 4 часа, и вырубился, и ровно в 4 часа. Такой. Обычно же ложишься спать, и там всякие мысли, какие-то загадочные, странные хрени вспоминаешь. Так же. Отлично. Качество сна. 72%. Как это интересно, качество сна, как он его измеряет, в чем? Единица чего? Артефакты, реликвия света, реликвия тени, реликвия насвещения, реликвия дождя, реликвия жизни, 2 штуки. Так, это, видимо, что находится в данной локации, как я понял. Чтобы было. Странный мужик какой-то наш. Астронавт, точнее. Идет по какому-то сраному непонятному кабелю. Какую-то жопу. Чё-то куда-то... Ест какую-то, блядь, жижу непонятную откуда-то. Из каких-то древних источников или из древних чаш, которые хрен знает сколько там... Тихо. Который хрен знает сколько стоит, пьет какую-то воду из какой-то скалы, а может там мыши ссут. Откуда ты знаешь? Так, по калориям. Да, надо похавать это говнище. Оп. Да, в темноте намного интереснее хомячить. Так. А вот, собственно, еда. Опч. Мука. Там внизу что-нибудь интересное. Тихо. Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча. Ой, я что-то сожрал. Сразу что-то воды мало стало. Че сожрал-то? Че сожрал? Ну и ладно. Я не про то подумал. Я подумал. Сейчас. Где еще источники тут? А хрен на них. Так, я хотел телепорталку доставать. Так, вот он. Телепортер. Так. Опа. 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 Опа.
Перелет. Ну, все как. По науке, ёпта, 45 градусов. Так, это что, с башки-то у чухана, что ли, нам прыгать придется? Так. Отлично. Оу. Что-то далековато как-то. Говно. А, типа эту дресню же еще ее можно двигать. Да-да-да. Так. Элементарная загадочка какая-то. Да. Ну, нам... О, ты медленно как все двигаешь. Ё-моё. Этот каменный блок может очень много весить, хотя если он так с такой плавностью легкой двигается, то... Весит он, скорее всего, не так много. И пол, судя по звуку, здесь какой-то металлический. Так. Угу. Поползли дальше. Значит, это два... Значит, три. Как же это все дело медленно, нудно и... Во, по диагонали хотя бы можно двигать, и на том уже спасибо. Так. Давай, быстрей. Можно как-то усиленно побыстрее толкать? Во, глянь. Не, вот это он быстрее не двигается. Сей блок. Кто-то за струны фано дергает. Какие-то псы мне пытаются напугать. Древние мертвые псы. Эп. Най. Прекрасно. Так, раз. Два. Два, говорю. Да два, 45 градусов угол. О. Три. Да ё-моё. И, собственно, оп, четыре. Издеваешься, падла. Говно. О, все, прекрасно. Вообще замечательно. Супер. Так, что тут у нас? Хавка какая-то еще. Ну, объедините. А, это лечилка, нахрен мне не нужна. Не сдалась она мне никуда, никак и ни зачем. Так, сохранялочка. Ну, в принципе, думаю, закруглиться пора бы уже, да? Слишком долгий выпуск получается. Ладно, спасибо за то, что смотрели. Нихера вы. Умные метки. Так, это что такое? А, это типа меня он показывает, да? Прикольная фишка. Слушай. Ух ты. Что это за... Ублюдок. А что это за ублюдок, мы узнаем в следующей серии. Спасибо за просмотр. Спасибо за то, что смотрели. Это был Коперник. С наступающими вас праздниками. Еще увидимся в этом году, я так надеюсь. Как я думаю. Теперь
теперь еще раз сохранимся. И теперь точно всем пока.